Аида, держи 5. Необычную акцию «Брат, держи 5» запустила компания Билайн. Так они хотят поблагодарить своих преданных клиентов. Ведь Билайн впервые за 20 лет стал лидером по количеству абонентов в Казахстане. 10 миллионов человек выбирают именно эту связь. Билайн собрал десятки партнеров, чтобы рассказать о главных достижениях. Количество клиентов компании перевалило отметку в 10 миллионов. Билайн – лидеры по внедрению мобильных финансовых сервисов. Оператор выпустил уже вторую платежную карту. Также они первыми запустили чат-боты для работы с клиентами. Большая часть абонентов Билайн уже зарегистрировали IMEI-коды. Если мы говорим о таких устройствах, как МТМ, то их регистрировать не надо. Если мы говорим об устройствах, как планшет, да, их надо регистрировать, если они стоят на отдельной сим-карте. Билайн выполнил обязательства по строительству сети LTE или 4G. Сейчас компания развивает технологию интернет вещей, проект по установке умных газовых счетчиков. Также внедряют проекты «Умный город» и «Умное сельское хозяйство». Все, кто отправляет свои данные компании, могут быть уверены в их конфиденциальности. Как и все субъекты экономической деятельности, попадаем под закон о нераспространении и сохранении персональных данных, который на сегодняшний день полностью выполняю. Билайн претендует на звание лучшего работодателя. Их сотрудники могут работать удаленно, там, где им удобно. А для того, чтобы выиграть десятки призов по акции «Брат, держи 5», надо отсканировать QR-код на рекламах с изображением ладони. Все подробности на сайте мобильного оператора. Ардак Камал, Наскен Жансирикова, Данияр Жусупов, Информбюро, Алматы.